460 спортсменов из 45 регионов страны. В Чебоксарах прошел финал 5-й спартакиады молодежи России по легкой атлетике. Все три соревновательных дня температура воздуха не опускалась ниже 27 градусов по Цельсию. Каждый из спортсменов вложил все свои силы в победу, несмотря на жару. Внимание. Спортсмены из Чувашии, всего 20 человек, участвовали во всех дисциплинах. На высшую ступень пьедестала поднялась только Виктория Максимова. У нее золото в забеге на 200 метров и серебро в 100-метровке. Лидирует Виктория Максимова. Поздравляем спортсменку Викторию Максимову. Интересная ситуация сложилась в прыжках в высоту. Участники с 1 по 13 места показали один и тот же результат – 2 метра ровно. Для определения победителей, тем не менее, перепрыжки не потребовалось. Лидеры определили по сумме сложения баллов. 5-я летняя спартакиада молодежи России по легкой атлетике прошла в Чувашии в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». По итогам соревнований были разыграны 40 комплектов наград.